Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Мне 19 лет. Всем привет. Так, секундочку, постойте, секунду. Так. Короче, давайте поболтаем с вами. Просто многие писали мне на Ask сейчас, типа, давай трансу. Я думаю, ну окей, хорошо. Все, я с вами. Ну какой свиданок, успокойтесь. Меня, кстати, набралось 10 тысяч подписчиков в Перископе, чему я очень рад. Сейчас просто включу какую-нибудь музыку, и мы с вами поболтаем. Привет, привет всем. В чем прикол? Какой прикол? Прикол в том, что я крашусь лучше тебя. Не знаю никаких педиков из Харькова. Я не знаю, где находится эта залупа мира. Харьков. Я из Москвы. Мы вместе больше года. 1 год и 2 месяца. У меня нет маникюра, я просто отращиваю ногти. А на маникюр, я думаю, я вот не знаю. Или так оставлять, просто так, ну, типа прикольно. Или делать маникюр, я не знаю.
Или сходить в салон на маникюр. Я не знаю, что делать. Ну, конечно, скажете все маникюр. Но просто, если так оставить, то это, по-моему, прикольно. Ну и маникюр тоже классный. Какие экзамены? Здрасте, блядь, в смысле? Просто когда все будут сдавать экзамены, я буду выбирать новую тональную основу. Ну, как бы, в смысле, в классе. Вообще, я числюсь в универе, но, возможно, за ней числюсь скоро. Ну, не знаю. Давайте подправим губки. А то губки немножко стерлись. Мне 19 лет. Так, давайте свет включим только. Зовите все народ, все подписчиков, если хотите поболтать. Сейчас будем болтать обо мне, обо мне. Ну, еще можно обо мне. Что меня возбуждает? Джинсы, ремни. Что еще? Даже не знаю, запах. Тебя не пиздят? Нет. Все, я с вами. Да, краситься сам учился. Как меня не пиздит в Москве? Дело в том, что Москва — это не залупа мира, в которой ты живешь. Если ты живешь в залупе мира, и ты думаешь, что в Москве могут отпиздить, то ты прав, но ты не настолько прав, чтобы быть умным. Потому что ты кусок говна, который даже не знает, что происходит в Москве, хорошо? Приветик всем. Блин, на Кавказе бы тебя давно уже убили. Я уже стал говорить, что в этой жопе я никогда в жизни не появлюсь. Поэтому нет смысла говорить, на Кавказе бы тебя уже убили. Потому что я могу сказать... блядь, я не знаю. Если бы у меня был танк, я бы по тебе проехался. Это то же самое, что сказать, на Кавказе бы тебя уже давно убили. Ты с хуйню несешь. Как в детском саду раньше так говорили, вот так ты сейчас. Очень красиво красишь. Спасибо большое. Один куб гиалуронки стоит от 8, даже от 7. Но это самое дешевое, самое хуевое до 20 000. Ну, в среднем так. Спасибо за бро. Нам кавказцам похуй. Нет, вы кавказцы на меня дрочите, потому что половина моей аудитории — это аудитория Дагестан, Кавказ, это вся история. На меня дрочат качки, дагестанцы, кавказцы.
Да, полностью русский.